Ночь. По темной улице идет женщина. За ней шагает мужчина. Женщина не выдерживает, оборачивается и говорит: «Мужчина, зачем вы за мной идете?» Когда вы обернулись, я задал себе тот же вопрос. Приходит женщина к гинекологу и говорит: «Доктор, я каждое утро на причинном месте нахожу маленькую почтовую марку. Посмотрите, уже целый альбом насобирала». Доктор полистал альбом и сказал: «Мадам, это не марки, а наклейки от бананов. Вам к окулисту надо». «А я хотел капитаном молодости стать». «Капитаном? А почему не стал?» «Да я рассеянный очень. Черти что могу натворить на корабле». «А кем ты работаешь?» «Хирургом». Пожилой мужчина приходит в собес оформлять пенсию. «У меня должны быть льготы. Я ветеран Куликовской битвы». «Нужно справку принести о том, что вы участвовали в этом сражении». «Да откуда я возьму справку? Это же было 700 лет назад». «Не знаю, не знаю. Татары приносят». «Слышь, кум, а чё будет, если с женой целый год сексом не заниматься?» «Чё будет? Зимой болеть часто будешь». «А чё это?» «Да потому что на рогатую голову шапку не наденешь».